Ребят, всем привет! В этом видео постараюсь рассказать, как проверить термостат. Как проверить термостат, когда он установлен на автомобиле. Или как проверить термостат после того, как вы его купили и, допустим, собираетесь ставить. Потому что, как показывает моя практика, не всегда новый термостат работает как нужно. Но это уже совсем другая история, поэтому давайте ее пока опустим. Как правило, сам термостат проще всего проверить, когда он клинит либо в закрытом, либо в открытом положении. Термостат может клинить не только в этих положениях. Допустим, у меня был термостат, у которого движущийся, скажем так, элемент, вот эта крышечка, которая внутри находится, она открывалась криво и почему-то только на одну сторону. Я не знаю, что это был за дефект такой. Как проверить термостат, когда он клинит в закрытом положении? Летом это сделать довольно-таки просто. Прогреваете автомобиль. Проезжаете 10-15 километров, к этому времени, допустим, при плюс 30 градусах ваш термостат уже должен открыться. И выщупаете верхнюю и нижнюю патрубок. То есть верхний патрубок это входит в радиатор охлаждения, нижний выходит, обычно идет в термостат. Но здесь опять же надо смотреть мануал, где у вас установлен термостат, и куда он, как он идет. Соответственно, какой патрубок вам необходимо трогать. Трогаем патрубки, если при 30 градусах жары у вас верхний патрубок горячий, а нижний холодный, это значит, что термостат не открылся. Обычно это сопровождается включением вентиляторов. Зимой заклинивший закрытый термостат проверить сложнее, потому что для того, чтобы термостат зимой при, допустим, ну, к примеру, минус 30 градусов начал открываться, на машине, скажем так, нужно неплохо повжигать. Для того, чтобы двигатель начал греться и термостат начал открывать, скажем так, малый контур в большой. Но это тоже можно проверить даже зимой. Если термостат заклинил в открытом положении, то есть летом в жару это будет не так критично, а вот зимой машина у нас будет очень-очень долго греться. Как проверить термостат в открытом положении? Что зимой, что летом, заводите автомобиль и проверять температуру верхнего и нижнего патрубка. Если она растет одинаково и патрубки становятся теплыми одинаково, то значит термостат заклинил в открытом положении и его нужно поменять. На термостате выбита цифра. Здесь видно, что 82 градуса. Это цифра температуры начала открытия термостата. К этой цифре мы прибавляем 10. Получается, что термостат полностью должен открыться при 92 градусах. У меня два абсолютно одинаковых термостата. Один не работает, второй работает как положено. Мы их проверим сегодня. Я вам покажу, как проверять новые купленные термостаты на их, скажем так, исправность. Еще следует обратить внимание при установке термостата на автомобиль. Ну, к примеру, если вы это будете делать сами, где стоит вот этот перепускной клапан, вот этот маленький. То есть он может стоять снизу, сбоку, сверху. То есть это важно. Стоит ли ремонтировать неисправный термостат? Допустим, вы определите, что он у вас не работает. Я лично не видел ни разу, чтобы кто-то ремонтировал. Как по мне, это расходник. Поэтому его меняют и выкидывают в кастрюльки с водой, греем на плите. Я не использую градусники, у меня их попросту нету. Я считаю, что ну, тут они особо не нужны, потому что температура кипения воды 100 градусов. Термостат должен открыться при 92, то есть до закипания воды термостат должен уже открыться. Если он не открылся, когда вода закипела, это значит, что термостат неисправен. Еще надо учитывать, где вы находитесь при проверке термостата, скажем так, в кастрюле с водой. Потому что если, скажем так, при нормальном атмосферном давлении температура закипания при 100 градусах, если вы в горах или в низине, соответственно, там давление другое, температура закипания воды может отличаться. Это тоже надо учитывать, это очень важный фактор. Еще я рекомендую менять термостат вместе с антифризом. Потому что если вы будете сливать, скажем так, охлаждающую жидкость для их замены, то желательно и термостат поменять тоже вместе с ним. Как проверить термостат, я вам сейчас покажу. Там ничего сложного нету. Берете кастрюльку, наливаете воду и ставите на плиту. Здесь абсолютно ничего сложного нету. В общем, сейчас вода нагреется. И мы увидим, как открываются термостаты. Получается, вот этот термостат, который справа, он полностью рабочий. Он у меня лежит как запасной. Тот термостат, который слева, я, честно говоря, уже не помню, что с ним. Но, по-моему, он неисправен. Ну, сейчас мы это увидим. Ждем, пока нагреется водичка.
справа термостат начал открываться. И слева тоже. Но позже. Видите, насколько? Справа термостат открылся, а с левой стороны, ну, он чуть-чуть приоткрылся, но этого недостаточно для того, чтобы циркулировала охлаждающая жидкость. Это очень-очень мало, то есть у него получается, ну, прям чуть-чуть. Видно вот полосочка. Этот открытый. Мы сейчас его достанем, чтобы он остыл, и берем его дальше в коробочку. Вот он как открывается. Сейчас уж дождемся, чтобы вода закипела. И вот он насколько открылся всего. Соответственно, этот термостат необходимо поменять. Вода закипела, вот все, что он смог из себя выдавить. Всем спасибо, всем пока.